Есть такая книжка, Грэг Поташник, называется «Конкретная математика». Это для американских первокурсников хороший учебник по дискретной математике, ну, может быть, не в этом вашем возрасте. Там же важно, какая линия с какой пересекается, а какая нет. А, это будет вот это множество, да? Вот эта штучка, это будет А. Б, это будет вот это. С, вот это. А Д, это вот это отличное. Давайте сейчас пройдемся следующим образом. Есть 16 штучек, а именно, когда все нули, когда нули и единица, рано или поздно это кончится на 4 единицы, я на рисунке буду отмечать, что есть что. Итак, никому не принадлежит. Что такое? Ну, это просто-напросто внешний угол. Никому точка, не лежащая ни в А, ни в Б, ни в С. Отлично. Принадлежит только множеству D. 0, 0, 0, 1. Отлично. 0, 0, 1, 0. Дальше. 0, 0, 1, 1. Это что такое? Принадлежат множествам C и D, но не принадлежат. 0, 0, 1, 1. Все успевают? Да. Замечательно. Дальше. 0, 1 и 0, 0. Значит, принадлежат множеству B и больше никому не принадлежат. Это вот здесь. 0, 1, 0, 0. Отлично. 0, 1, 0, 1. То есть принадлежать множествам B и D и больше никому. 0, 1, 0, 1. Отлично. 0, 1, 1, 0. Принадлежать B и C и больше никому. Это где? Это вот здесь, правда? Да. Так, интересно, как это мне записать? Стрелочку. Не хочу стрелочку. Давайте я здесь поставлю букву Е и напишу, что такое Е. Множеству А не принадлежишь, множеству Б и множеству С принадлежишь, а множеству Д не принадлежишь. Согласны? Дальше. 0, 1, 1, 1. То есть не принадлежать множеству А, но принадлежать множеству Б, С и Д. Это где? Это вот здесь. Правда? Смотрите, вот эта штучка. Принадлежит множеству B, принадлежит множеству C, принадлежит множеству D, а множеству A не принадлежит. Согласны? Да. Давайте, я здесь пишу F. Итак, F – это 0 и 3 единички. Замечательно. Замечательно. Теперь единица с тремя нулями. Ну, это легко. Принадлежат множеством A и D и больше никому. Это что? Да, это вот здесь. Да? Только множеством А и С. Это вот здесь, правда? Множеством А и С принадлежит вот эта штука. Единица 0, 1, 0. Так, хорошо. Дальше. 1, 0, 1, 1. Это вот здесь, правда? Давайте я H напишу. H – это точки, которые не принадлежат B, но принадлежат всем остальным. Вот они здесь. Видите, прошли через границу D, принадлежат. Недолго осталось. 1, 1, 0, 0. То есть принадлежать множеству А и B и больше не принадлежать никому. Помните вот это? 1, 1, 0, 0. Еще. 1, 1, 0, 1. Это где? Вот здесь. Это надо еще и множеству D принадлежать. 1, 1, 1, 0. Не принадлежать D, но принадлежать ABC. Вот здесь. 1, 1, 1, 0. И, наконец, принадлежать всем. Вот здесь. Ну что, ребят, мы справились. Мы нарисовали 4 овала. Вся плоскость разделена на 16 областей диаграммы для четырех.